Итак, друзья, сегодня хочу познакомить вас вот с таким вот рыбацкими плоскогубцами. Есть темлячное отверстие, ручки гладкие, металлические. Здесь идет разлиновка. Она не в сантиметрах, она в дюймах или даже в инчах написана. Характеристики я добавлю в описании. Значит, вот это вот здесь приклеено намертво. Это точилка для всевозможных рыбацких крючков и так далее. Берем крючок. Если он затупился, то можем здесь запросто его... Ну, мне сейчас неудобно одной рукой. Ну, довольно-таки можно. То есть оставим это здесь. Вот возьмем нож. Лезвие ножа. Довольно-таки рабочее. То есть предусмотрено многое. Здесь есть специальный зажим для того, чтобы поджимать, зажимать всевозможные грузила. Они сюда вставляются. Я сейчас продемонстрировать вам не могу, потому что сам не умею. Я его приобрел совсем недавно, пока я его очистил. Здесь у него есть отверстие для лески. Одно. Вот. Возьмем тул, положим. Отверстие проходит. Вот оно. Если что-то надо, раз и протянул. Ну а другое отверстие вот здесь вот, в губках, которое позволяет что-то, зажав, и вот так вот вытянуть. Помимо всего, еще есть, кусачками их не назовешь, но что-то такое вот. Конечно, изрядно они пострадали, побывали в воде. Если скажете, что, мол, они здесь неудобные, то ничего подобного, они нормальные. Здесь в руке хорошо держатся. Так, ну и еще здесь есть, конечно, предметы, которые спрятаны в ручку. Сейчас мы вам продемонстрируем. Вот такой вот рыбацкий нож. Производство Германия. Ну, это у нас для крючков. Для того, чтобы вытаскивать крючки. Вот. Там из рыбы или еще что-нибудь. Когда мы там залазим куда-то в пасть или еще что-то. Вот. Ну вот, механизм у него вот такой вот. Значит, смотрите. Оп, и он срабатывает. Так, здесь на нем еще есть открывашка для бутылок. Вот это вот пилка, чистилка. Что интересно, смотрите. Вот эта пилка. И пилка вот от таких вот мультитулов, китайских дешевых. Конечно, отличается сильно. Линейка здесь находится на самом вот этом ноже. И уже... доставалка рыбы, крючок этот немножко грубоватый, но это все-таки Германия, 60-й год, а это уже начали пускать 80-е и 90-е годы. Ну, здесь есть пилка довольно-таки агрессивная. Так, здесь сейчас я найду. Вот еще одна такая же. Намного отличаются. Тоже считается рыбацким. Складной, удобный, маленький. Так. Но этот мы складываем. Опа. Раскладываем нож.
нож также фиксируется, довольно-таки очень тонкое лезвие, такое ощущение, как будто нужно им резать филе рыбы. Тоненький, острый нож, никакой там не толстый, ничего, просто идет нож на сужение металл. Ну, вот, прячутся они вот сюда вот в ручку. В свое время они там поржавели сильно. Вот. Нож, конечно, пришлось немножко пошкурить. Потом буду его шлифовать. Может, немножко будет уже в приличном виде. Ну, а с другими мультитулами вот есть вот такой мультитул. Ровно сдвинем сюда. Так, вот складной мультитул SOG. Так, он у нас в неразложенном состоянии. Вот он, ну не намного, он больше его на пару. Парочку. Вот как-то так. Ну, можно еще и этот разложить до кучи. Конечно, этот удобнее, но если этот в грязь попал, то чистить надо его весь внутри. Его приспособы. Поэтому, в принципе, если он засорился здесь, то здесь он промоется внутри. Ну, не знаю. Вот такой вот раритет. Еще раз показываю. Точилка для, значит, крючков. Отверстие насквозь, есть отверстие обычное в губке, здесь еще одно отверстие вот внутри в губке, со второй стороны нету, ржавенький конкретно, вот так вот раз и закрылся. У меня все.